Спасателям до сих пор не удалось обнаружить батискаф «Титан», пропавший с радаров во время погружения к затонувшему «Титанику» уже почти двое суток назад, через час и 45 минут после ухода под воду. На его борту находится 5 человек, и американские военные опасаются, что вскоре у них может закончиться кислород. Поиски продолжаются, в них участвуют 2 самолета и подводная лодка. We understood that that was 96 hours of rescue or emergency capability from the operator. And so we anticipate that there's somewhere between 70 to the full 96 hours available at this point. Батискаф «Титан» принадлежит компании Ocean Gate Expedition, которая уже 3-й год организует подобные экскурсии к «Титанику», находящемуся на глубине в 3800 метров в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. Место в 8-дневной экспедиции с несколькими погружениями стоит $250 000. На борту «Титана» находится в том числе и 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг.